Привет всем, вы на канале Bear и Game. Мы продолжаем проходить игру Silent Hill Homecoming. Остановились мы с вами в этом месте. И пришлось мне немножко дойти, чтобы сохранить аптечку, да, у нас. Просто там бежать надо было, самое главное. Элли у нас осталась там где-то за воротами, и мы сейчас как бы оббежим, и она нам с другой стороны откроет эти ворота. Давайте вот. Я как бы уже немножко знаю, куда идти, поэтому пойдем так прямо. Да ну тебя вообще, мы не будем с тобой связываться. Что там такое? Эта игра мне очень симпатична, очень нравится. Один же какой шум, раз я придержу. Она говорит. У нас есть одно обезболивающее. Мы сейчас возьмем, наверное, что возьмем? Пистолет. Пеканек, пикль, пистонами будем стрелять, а? Кто пистонами стрелял? Так я говорю, вот мне эта игра симпатична, но сложная она, зараза. Опять этот, блин, лезет. Че ты такой легкий? Жесть. Они так что эффективная, не издалека, не надо топором бить. Сейчас потихонечку пойдем. Здесь у нас что такое? Вот там что-то лежит. Ой, патрончики, да? Да, к дробовику. Зашевись, патрончики. Из гильз будем пить. А порохом будем в рану засыпать и будем поджигать, обеззараживать. Как Рэмбо. Что там такое? Так, сейчас немножко... Опять вылез. Что такое, сколько здесь... В яйцо стреляй, голова как яйцо. Аптечек не дают? Че, сдох, что ли? Ничего не дают? А он где-то, подожди, а он наверху лазит, представляешь? Он наверх забрался, молодец. Ой, ты что там? Чечетку постукаешь на полу, ой, молодец. Замер. Слушай, стрельнул, он замер такой, все, типа, я умер. Но на самом деле не умер. Какие-то вы легкие, странно. Подняться вот сюда поднимусь. Больше ты не... О! Вот здесь что у нас? Надо просто привыкать к играм. У нас очень много разных игр на канале. Ну, уже не так много. Ну, уже не так много, да. Сокращается список, но новые-то игры тоже пойдут. Ко всем играм надо привыкать. У каждой игры своя стратегия. Ой, куда это? Здесь все затоплено, но я не хочу в воду идти. Ой, мне кажется, кто-то будет. Самое простое убежать, наверное. Мы сейчас возьмем топор. На всякий случай. Спрыгнем. Давай. И побежали. Бежит? Ах ты, шкура! Ай, да поднимайся! Не смей что делать. Ну, главное, он не выпрыгивает из воды. Все. Он грызет гранит науки. Так. Еще один идет. Кто? Ух ты, ёптую налево, я даже не заметил. Да ты просто оборзел уже. Стреляй ему в голову. Да нихера себе, такой шпагой долбанешь пол. Смотри, не дает пройти. Уже здоровье потратил мне. Спасибо большое. Да дохни ты, поганая тварь! Жесть, ты уродец! Ты этот мутант, у тебя башка вырвала между ног! И ведь никто не поможет. Будем никто погибать. Не поможет, ёб твою налево. Кто бы за меня поиграл вообще, было бы круто. Фу, зашибись. Ёб твою налево, смотри, что с ним уже. Доход Иваныч, нахрен. Не знаю, как там Элли дойдет, там этот монстр плавал. Она дойдет, они ее не трогают. Все. Патроны закончились, вот в дробовике немножко осталось. Что там такое? О, патроны, смотри. Зашибись! Вот разработчики эти жадные на сохранение и на аптечки вообще. Оружие-то есть вот эти все. Хорошо, хорошо. Как они? Топор. Лом, там еще что-то такое. Ой, прибежала. Не лома, труба там, что-то такое.
Что там да, такое? Да, я так и думала, это вот. Вот эта дверь откроется. Хорошо, пойдем тогда сюда. Опа, что такое? Опять клин. У нас такие клины было перед спуском. Он думает, так спуститься или не пуститься, ножку сломай, как в толху или нет. Ух ты, сохранение. А да, ты видишь, разработчик Жанна, вот, пожалуйста. Не, на самом деле, это вот первое сохранение за... За сколько времени? Ну, прилично. Но аптечек-то нет все равно. Хотелось бы аптечек. Что-то это вот такой 2-3. Давай, чё? Наверное, сохраним вот сюда вот. Сегодня и... второе число, что ли? Не, я не знаю. Это какие-то даты неправильные. 2, 8, это что, значит? Фигу. 2 августа, что ли? Идем мы с пяточком. Курим дудки. Или бамбук. Что это такое за место? Так, давай вот это возьмем, потому что если побегут опять эти ноги, то это будет не очень хорошо. Ноги побегут, ноги бегают в башмаках. Да, просто да. Одни ноги бегают до колен. Ну блин, как их еще назвать? Я забыла, как они называются. И вообще не хочу знать, как они называются. Это ножницы нахрен. Это отвратительные монстры. А, это этот, как у смерти, с чем у нас? Косари нахрен, косарь. Mm-hmm. Косари они называют. Они пшеницу косят. У них сейчас не сезон, они только людей косят. А потом, когда будет сезон летний, уборка, урожай, они пойдут косить вместо комбайнов. Вращать, давайте. Откроем. Что там такое? Алекс, с этой стороны ворота никак не открыть. Ну как такое может я быть? Я спущусь в туннель и попробую их открыть. Ну, тщательно, не спустись, мы пока чепнем. Огурчик, так, это... А мы давай тогда сходим обратно. Можно к нему обратиться, сейчас. Он нам рассольный огурчик нашинкует. Бегут. Кто бежит? Куда мне уйти? Никто не бежит. Слышишь? Звуки. Нет, они бегут, сейчас я вот сюда попробую встать. А, да, бегу. Так. Они или он? Там 4 ноги бежит, правильно. Они бегут, 4 ноги. Жесть, как же он такой? Чибис, оп. Ты чуешь смерть и сразу наверх прыгаешь, да? Рефлекс. Я чую смерть, припрыгляюсь наверх. Зашибись. Как лизу или сопля. Еще что? Ух ты, ёб твою налево, их там двое. Херак. Так, значит, ему предсмертная агония. Давай. Так, что это такое за танцы? Танцы для рабочих, между... Все. А где еще один? Топчет где-то наверху. Он наверх прыгнул. Вот где он топчет? Ждем тогда. Ой, я даже на машину забралась. Класс. А вообще, что в канализации делает машина? А вот здесь... Где он вообще? По канализации раньше в машинах ездили. Да? Да, с этого города же строились, с канализации началось. Mm-hmm. Все вылезли из землянок. Мы все раньше жили в землянках. Пришли на землю, выкопали в земле нору и жили. А потом научились строить. И пошло-поехало. Все же дома стоэтажные. Скажешь тоже. Все жили в землянках, как это делать? Так вот, 900-е годы, приходишь, выкапываешь, в землянке ямку копаешь, чтобы пипи или кака, и все нахрен. Куда он делся? А травкой подтираешься, и все нахрен, большими листьями. Эй, ты где? Мудак, ты, подожди. А где мудак? Где этот косарь? Или писарь. Лезвия-то у тебя прикольные, но в остальном ты отвратительный. Писарь, какарь. О, куда ты будешь он? Какарем. А? Я его вроде слышу где-то он топчет там. Куда-то он убежал.
Я не понимаю, что происходит. Я мало выпил, что ли? Там другой монстр сидит. Этот дурак кусает. До сих пор грызет этот кирпич. Не может выбраться оттуда. Может, он здесь где-то? Звуки-то жутковатые, но... Куда он делся? А что происходит? Почему мы ничего дальше не делается? Что такое? Я не понимаю, что делать. Понимаешь, он куда-то убежал. У нас, походу, игра дальше не грузится. Как вот у нас Элли застрял. У нас, короче, игры очень любят. Не знаю, каким образом мы какие-то баги все время в играх находим. Все время мы на них натыкаемся. И в итоге, блин, пол игры пробегаем из-за них. Ну, так вот бывает. Значит, надо было его тоже убить. Ну, он куда-то наверх прыгнул и убежал. Ну так, ползай, нахрен. Так а чё? Чё, опять что ли глюк говорит? Она у нас тогда встала у стены, помнишь? Да. Сейчас такая лажа. А сейчас монстр убежал от нас. Он понял, что с Алексом лучше не связываться. Жесть, у нас игра не запускается дальше. Нет, просто не знаю, может пойти туда куда-нибудь? В начало, может, она там где-то ворота откроет. Может, вообще с ними не надо было драться. Пойдем, сходим. Сходи. Там сохранение. А вот сюда я, наверное, не залезу. Ну, Лёш, хватит спать. Ой, мороз! Сейчас будешь сам проходить. А мороз меня не морозит, у нас батарея греет. Ну что тут? Что за хей? В носу у меня. Нету никого. На потолках нигде нет. Интересно, таинственно исчез так. Вот куда он реально мог исчезнуть, да? Он же не мог. Да может, он нам не нужен. За текстуры куда-то убежал. Таинственная игра вообще, таинственные все. Здесь баги у нас уже. Элли застряла, там бежала все назад. Кобзец Петрович, ну что такое, или Петр Кобзецович? Не знаю, что делать, может сейчас перезагрузим тогда игру. Зашибись. Придется нам их заново убить. Просто я не знаю, что еще тут можно сделать. Берегите, когда вас сбивают кобзец. С ног. Кобзец. Давайте тогда их перезагрузим. Их так трудно убивать, с мутным глазом. Ну вот канализация, мы как раз здесь записались рядом. Я так полагаю, что-то там должно, наверное, все-таки произойти было. Но поскольку он убежал за текстуру, мы не узнали этого, что там должно было быть. Давай, мы тебя выпустим сейчас. Опять, что ты смотришь? А он думает, так идти или не идти, в общем вопрос. Все, бежим. Главное, при ней они не появляются. Только вот она куда-нибудь убежит, они сразу появятся. Так вот, так сделано. Вот, сейчас крутим рычажок, дуем дудку и выдыхаем. И плющит плющ. А мы тут плюшками балуемся, как говорил Карлсон. Yes. Ну что это? Надеюсь, вас подманивать не надо. Сами догадаетесь, куда бежать. Но они уже пришли, они уже появились. Ну давайте попробуем еще раз. Ну-ка иди сюда, студент. Иди сюда, урожай собирать будем. О, идет. Ух ты, идет. Ковыляет. Эх ты, шкура паучья. Оп, все, смерть почуял, гусь. Подожди. А чё, звука нет? Да, глюковная, и в плане звука вообще. В одной из загрузок было написано, если вот это вот чудо поднимается на потолок, то будьте готовы отразить атаку. Потому что он, видимо, запрыгивает наверх для того, чтобы нас как-то атаковать.
Какая же нужна сила, чтобы так ходить, как бед, держать свое тело. Это ж так неудобно, как бед. Я вообще не понимаю, как ему удобно. Ну это же игра, им пофигу, они очень компьютерные. Элли? Походу здесь Элли кто-то помощнее забрал. Да? Хорошо, что мы не на той стороне оказались. Главное, мы будем жить, потому что этого уже шерифа этого убили. Пойду я, наверное, сохранюсь. И, возможно, Элли тоже убьют. Не знаю, игра жестокая. Будет, наверное, всех убивать. Что это было? У нас она уже убила там в первом уровне или когда там. Когда проходили. Сохранись, Алекс! Алекс! Эниум! Вот сюда же, наверное, сохраним, потому что здоровье нам не потратили, только немножко патрон ушло. Патроны, да. Нужная вещь, как маленькая рюмка или малек за пазухой Сенегала. А что, сутрица маленькая? И все, пошел, жвачка закусил или анти... Ой, ты козлина, ты прав, ты он мне, он подтвердил, да, так, совершенно правильно, малька ему, кильку, хлеб. Может, там ворота эти открылись, как думаешь? Офигенно, пойдем посмотрим. Давай посмотрим. Так вот здесь вот они, да, были? Нихрена не открылась. Нет, смотри, что-то не открылось. Откуда ты вообще нарисовался? Что это за черт? Это тот же самый, которого мы еле-еле убили. Бежим, бежим тогда. Откуда они? Откуда они берутся? Сейчас я попробую вот сюда запрыгнуть. Умеет ли он прыгать? Мы сейчас это проверим. Чингиз! Чё-то не идет он. Хлопняк, а ну-ка быстро сюда. Нет, он так быстро бегает на самом деле, что я бы не хотела туда идти. Ёпа! А это этот? Блин, надо было кокнуть, ты меня напугал, действительно, да. Какие звуки это очевидно. Пугают, да, конечно. Кто их озвучивал, человек, что ли? О, смотрите, в текстурах застрял. Ну точно, да. Все, ловим. Хель! Ой, выбрался. Все, бежит, ой-ой-ой-ой, бежит за нами, бежит. Надо быстрее выбираться. Оп. Умеешь прыгать? А ни хрена ты не умеешь. Тогда получай. Ох ты, мудак. Кто ты вообще такой? Что ты не понял? Чё ты не дохнешь-то? Мы попадаем вообще в тебя, эй ты. Сдох. Это сохраняемся. Плавает там. Давай сразу сохраним. Нормально. Сегодня нормально вроде идем так, более-менее. Что-то идет этическая сила. Я думала, мы здесь будем набирать там аптечек по 10 там. Ну, конечно. Понятно. В Silent Hill в рум уже набрали штук 20. Угу. А здесь наоборот. А здесь наоборот. Чибис, ты живой? Что там с тобой? А представляешь, если другой уровень сложности выбирать, да? Это мы еще на нормальном играем, а вот если сложный выбрать, так там вообще, наверное. Ужас, что будет. Возьмем топорик, побежим. Будем скальпы сейчас рубить. Или уши, как Дольф Лунгрен так, в этом там? Фильме «Универсальный солдат 2». Кровь какая-то. Навешал себе уши и переклинило. Так, сидит на ступенях Мэри. Кто сидит? Нора какая-то. Нора сидит на ступеньках Мэри, понятно. Мэри. А, Мэри? А я думаю, на ступеньках Мэри. А что в Мэри? Понятно. Нам в Мэрию, что ли, идти? Там, где мэры сидят. Что вами здесь происходит? Где Элли? Далее. О боже, это радио Элли. Здесь очень много крови. Повсюду. Надеюсь, она выжила. Ага, столько потерять крови, как видит. Я должен найти ее. Столько крови вышло сразу. Так все, труба нахуй. Теперь
теперь он не только Джошуа ищет, а еще и Элли будет зашибись. Искать. Потом Пашуа будет искать, Попуа, Мопуа. Женская сторона Сиама более уязвима. Атакуя его со спины, вы нанесете гораздо больше урона. Это Сиам, зашибись. Mm-hmm. Сиам, понятно. Все равно не запомню. Сиам. А может запомню. Олег сильный, такую крышку люк отодвинуть одним мизинцем, ни хреново. И мы снова в городе. Мне здесь больше нравится, если честно, чем в канализации. Что здесь происходит? Возьмем нож тогда, потому что тут нас могут кто ожидать? Собаки, наверное, и вот эти дымчатые. Кто? А вот эти, да, которые стреляют. Пригарки, пришлепки, угарки, понятно. Легочники, нахрен. Угу. Что здесь происходит? Откуда это взялось? Я должен отыскать другой вход. Да порежь ты эту фигню, Лиану, и... Пойдет такая вещь. Пойдем тогда посмотрим вот сюда, наверное. Что там такое? Алекс, Алекс, ответь, ты меня слышишь? Уильям, ты в порядке? Эй, бывало и лучше, но все в порядке. Ты нашел Элли? А да, мы разделились. Теперь я ищу ее. Где ты? Я сейчас уезжаю со станции на поиски Фичи. Слушай, мы должны держаться вместе. Встретимся в его кабинете. Может быть, он знает, где находится Элли? Хорошо, встретимся там. Боже, я надеюсь, Элли в порядке. Зашибись. А где так, она? Мой дом. Фич. Фиш? Рыбачить по нём? Пойдём рыбачить. Рыбку на воде еще. Рыбка в обла нахрен. В облако вот. Все, тогда пойдем. К пиву. Уиллер это кто? У собаки. Ух ты, еб твою налево. Это тот шериф, что ли? Живой все-таки. Че они такие живучие, это кабдец. Здесь псы-то получше. Помнишь, первый человек. Собаку как бьем? Два раза. Какой там? Правый и один раз левый. Слушай, вот нихера, он бьет, хорошо бьет, смотри. Два раза правой кнопкой мыши, один раз левой. Да? И так все время повторять, да, тогда она не ударит нас. А помнишь, в первой части какие собаки были геморройные? Да. Здесь они уже получше, такие обтекаемые уже все. Мясные, без кожи. Кожу сняли на шубу. Вот мы, значит, правильно. Где-то здесь вот этот Фич. Следы какие-то кровавые. Ёп, он так, пяточник! Ой, а чё, нас не кусает? Заставка началась. Эй! У тебя что? Откуда у тебя капает? Из задницы, что ли? Да, вы! Томатный сок, что ли? Ой, жесть, ты весь прокапал. Доктор Фич? Что тебе нужно? Вы в порядке? Чья это кровь? Что вы сделали? Отойди от меня! Жесть, что это за лысый-то в очках, кабдец, ты этот, как из Вольфенштейна, помнишь, такие же были лысые в очках? Да. В маленьких. Пинсне, два пинсне в ухо, ой, в ухо, ё-моё, два пинсне. Помню, помню, мне очень нравилась эта игра тоже, Вольфенштейн. Хорошая игра. Этот стол покрыт пылью, похоже, его давно никто не использовал. Фу-фу! Сохранение у нас будет когда-то? Или никогда его не будет открыть? Жадно, и слушай, вот... Замок сломан, не могу открыть эту дверь. Да. Я видела здесь вот обезболивающее, мы сейчас возьмем. Точно. А, хорошо. Здесь у нас, как всегда, хлам, все ненужное. Здесь что? Юго-Восточный университет по рекомендации факультета медицинской школы властью предоставленной полномочий Конгресса политического совета, попечительского совета Юго-Восточного университета Соединенных Штатов присвоили Мартину Фичу знание доктора медицинской науки. Он был принят со всеми почестями и привилегиями, достойными этой должности. Должности, понятно. Похоже, что я максимум не могу открыть. Есть ничего такого. Хотели поводок, прыщик выдавить. Тоже не зайти. Вот это, наверное, может. Ух ты, вот, вот это он выбил. Это выбиватель. Ух ты, блин, шнягин.
Скарлетт Фитч в своем спальне со всеми своими куклами. Скарлетт Фитч в своей спальне со всеми своими куклами. Скарлетт Фитч? Скарлетт Фитч. Тот был Фитч, значит, это что? Дочь, наверное, или а что? Может, сестра. Изучить. Одежда маленькой девочки. Зачем доктор Фитч оставил все это здесь, закрыто? Ничего. Закрыто. Изучить инвентарь. Значит, здесь надо будет что-то использовать. Нам что-то здесь нужно найти. Хорошо, там нет. Да ничего, находите. Чтобы взломать этот шкафчик такой маленький. Или так что-то. Ножичек есть. Ты подцепилась. На этой полке полно кукол. Такое ощущение, что они наблюдают за мной. Как будто да. Чего-то ждут. Я помню это в одной из игр. Слушай, ножичек вставляешь сюда. Чё ты вообще, что ли, долбанул топором? Да и все. Ой, прелесть. У нас нет никаких предметов. Нихера себе, топор есть. Долбанул дробовиком. Одежда маленькой девочки, зачем доктор Фитч оставил всё это здесь? Что о, делать-то вообще не понимаю. Вроде бы здесь ничего такого нет. Может, здесь, смотри, вот. Что-то открыто. На недельку в Комарово я уеду. Давай попробуем там поискать. До второго. Ой-ой-ой, кто-то к нам идет. А давай фонарь там выключим. А кто там может быть? И давай... Сейчас я, наверное, какое-нибудь оружие возьму. Ох, не нравится мне, что здесь происходит. А что там ходит? Дымчатый, что ли? Дымок! А не знаю, либо это медсестры, либо это дымчатый. Дыхни мне в попу! Ну я фонарик отключила на всякий случай. Да, нам советовали включать. И игра советовала, да, и писали нам, что лучше отключать. Ой! Точно, точно они. Чё, ну ещё пищит, что ли? Ты чё? Жесть, нихрена перед смертью. Пи! Пи! Ага, и задний проход, мы спускаем воздух. Понятно, хорошо. Еще одна, смотри, за дверью там. Стреляй. Стоит. Че ты задумалась там? О жизни. Пикнешь или не пукнешь. Ух ты, еб, еще две. Ой, зашибись. Ой, пикнул, зашибись. Так у нас осталось два патрона. Они все лезут и лезут, блин, как их много. Все нахуй. Еще одна. Да, не может этого быть. Или нет? Пять! Пять монстрих. Обалдеть. Вот это да, их выпустили. О, смотри, что это такое. Если б я сейчас взяла бы нож, то мне бы кранты. Ой-ой-ой, это тоже. Надо пульки беречь особенно. Пульки беречь надо. Медсестры, они кромсают, как бешеный кок капусту. Что это? Взять. Ой, да ты зашибись. Я взял сыворотку. Как в фильме «Вспомнить все» Арнольду. Ай, я с Марса, я Квейд. Дорогой Фич. Дорогой мистер Фич, я был столько разочарован, что вы отменили мой прием в прошлый четверг. Это уже третий раз за месяц, когда вы отменяете все назначенные мои встречи. Я прошу вас принять меня как можно быстрее. Мы достигли больших успехов за прошедшие несколько месяцев. Я не стану выражать, насколько важно это, чтобы наши встречи проходили регулярно. Даже бы гарантию быстрого выздоровления. Надеюсь, скоро вас увидеть. Искренне ваш доктор Сайзер, заведующий психиатрическое отделение больницы. Алхимел, у них там какая-то шуры-муры были. Мы помним, да, эту больницу. Алхимела, мы в какой-то части туда ходили. Или мы за Джеймса тогда играли, не помню. Фишек. Или за кого-то другого играли, или за Хизер. И Хизер, да, все они там бегали по больницам. Хлопнули. Так вот, у нас есть ключ, да? Который мы наконец сможем использовать. А где мы его взяли, я чуть не помню. Перед тем, как ты записку начал читать. Да? Пропусти, вот. Так, взял бы топориком, рух, и все. Ну, надо ключик найти, конечно. Коробочку сберечь для Филча. Жесть. Жесть? Джесси? Жесть, зажимись. Алюминий, нахрен. Марганец. Ой, какой ты страшный. Да ты тоже какой-то страшный, капец. Кукла облысела, ему стало плохо. Ты
То есть это падают с головы куклы волосы, и они так вызывают в ушах Корбис Петрович, что перепонки дрыгают. Вот так вот волосы падают громко, вы представляете. Вы хоть раз слышали, как волосы падают? Быстрое оружие, например, нож, очень эффективно против ферала. Ферал. Ферал или ферал? Ферил. В Блудрейн у нас ферил была, да. Вот, значит, ферил это будет. Ой, а это ферал какой-то. Кукла мигает, забирает. Кукла. Это кукла скорее откуда? Ну, возьмем. Я взял куклу Скарлетт Йоханссон. Такая вот у нас куколка. В красном платьице. Лысовна, новая прическа, какая креатив. Называется выкусывание лохм волос. То есть ты выкусываешь зубами, и получается креатив. Я тоже в детстве играла в парикмахера, своим куклам стригла волосы. Вот так же, зубами. Они потом лысые. Да, они потом были сидели. Лысые, лохмы оставались такие. Уши внуку. Спуститься. Еще. И ты, о, Джошуа. Стой! Это его брат, что ли, получается? Да. А что он такой маленький? Так и есть, да? Ну, он маленький, младший брат. Мудрозвон, что ты все время бегаешь, колокольчиков звенишь сзаду? Хоть пукай, оставляй звуки, как крошки хлебные в лесу. Я не знаю, что здесь брать, кто появится, какое оружие лучше взять. Да? Пусть будет топор. Странно. Чё, здесь некуда идти. Коллег, что? Перепрыгивай, Алексиниум! Там вообще похоже на бездонную... Это ад нахрен, ад. Пойдем с другой стороны. Кто это все строил? Какой разработчик? Так, мы уже увидели два таких баги, глюки, меня бесит эти слова, недоработки. Она застряла в трубе, приклеилась, потом, что там еще, исчез этот монстр. Саблезубый. Да. Ух ты, нихера себе, ты прыгун, ко мне, ты прям кенгуру, ой, кунгуру, кенгуру, а не кунгуру. Зашибись. Дальше. Куда вот пойти? Давай сюда сходим. Сумасшедший Джошуа бегает один во тьме ночной. Джошуа, может, это тоже чудовище? Где сохранение? Товарищи разработчики, вы забыли? Видимо. Они сейчас нам скажут, да, мы забыли, мы сидим вот здесь. Вот хоть куда-нибудь сюда на стену налепили бы. Мы ну сидим что, здесь жалко? В Японии, видим, как я смотрю. Что там такое? Ох, спуститься? Да. Можно спуститься сюда. Или можно туда пойти. Давай туда пойдем. Посмотреть. За тобой. За тобой. Что за... Здрасте. Только ой, вот тебя нам ты не урод. Пар. Ты задолбал уже. Легочник, почечник. Мочевидная херня. Не надо было идти к этой кукле вообще. Не уходи, надо. Беги. Беги, 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 беги. Прыгай, спрыгай. Спускайся, давай, давай. Да, давай, он давай. Уже как лошадь, шеребец долбанный. Здоровья уже нет. Ух ты, ёб твою ножу, это же за херь. Жучок сидит. Да, сейчас я его отклею. Задолбали вы, а. Сопли вы зелёные. Патроны к пистолету. Красных соплей не бывает, это понятно, не всегда. Зелёные. Почему не зелёные, не понимаю. Надо задать. Почему сопля зелёная? Столько лет живу и не знаю. А-а-а-а. Открыть. Похоже, что замок сломан, не могу открыть эту дверь. Ну замечательно, замечательно. Все, наконец-то мы пришли туда, куда нам надо. Что это такое? А может и нет. Что здесь такое у нас вообще, не понимаю. Я куда-то иду, я не знаю, где кто вылезет. Все время куда-то идешь и не знаешь... Зачем идёшь? У нас что здесь? Железо варит, что ли? Это не выход. Котельная? Металлургическая промышленность, что этическая сила. О! Нет, не идет. Какое-то странное место вообще. Мы попали в какой-то потусторонний уже мир, да, я так полагаю, наверное, все-таки. Никак туда не пройти, может где-то здесь можно? Во! Ой, появись буковки и красная штучка. Спуститься, это значит подсказка. Чё-то догадайся, куда идти. Да, да, подумай. Может быть, вот сюда? Давай.
Да, пойдем. Ой, какой долгий мир-то, ёб. Есть такая игра, называется «Лестница». Давай типа... мы его выпьем, да? Да, хоррор. Спускаешься, не спускаешься. Но и свистишь. Мы в него не играли, мы только видели. А? Мы в него не играли. Да я знаю, я где-то и видел. Ну, здравствуйте. Ой, опять. Слушай, стреляй в него. У него раскрывается, когда эта херь была, игра подсказывала. Он уязвим становится. Давай попробуем. Лёгкие. Проведем эксперимент. Ну? Вот еще. Еще. Детский рисунок. Я взял детский рисунок, зашибись. Зачем этот Джордж... Ух ты, бежим нахрен. Пойдем отсюда. Пары, парик опускает, выпустил парика под конец. Дымный. Ух ты. Понятно, значит здесь вот эти будут. Вот эти будут. Ну здесь все понятно, куда идти, что делать. Так. Разработчики сделали... Типа это... Как он называется? Лабиринт. А кто лабиринт рисовал в школе? Все рисовали лабиринты, правильно? Вот и здесь они решили сделать лабиринт. Только уже повзрослев, да, поставив железные трубы, проходы, звуки. Отучились на... По графике, как там их там, игры научились делать. И вот сделали игру. Кто-то учился, а кто-то рисовал лабиринты. Да. Зашибись. Мы зарабатываем деньги, потому что рисуем лабиринты. И люди не могут в них пройти и платят нас за то, чтобы мы показали правильный выход. А выхода нет, только один в гору. Или кремация. Кому как. И потом пепел над океаном рассыпать, как это романтично. Здесь замок сломан тоже. А? Замок сломан? Жесть, что вот такое? Это мир, нахуй. Только лазили в пауке по трубам. Теперь еще и здесь трубы. Слушай, это как шахта, как Нейро Хантер. Ну, что-то такое, да? Ну, да. Жили у бабуси два веселых гуся в греческом саду, в греческом саду. А эта фраза, оказывается, знаменитая, она вообще откуда-то... Откуда-то, мы ее еще где-то... Кеша, мультик, мы там увидели. А, да-да-да, точно. А, понятно, понятно, вот, значит, это оттуда и есть. Не были вон, таите. Они нам... взяли из этого, да, мультика. Нам здесь, наши здесь хорошо кормят. Вот так вот, слышишь, какие газы, значит хорошо. В Германии, если сидишь за столом или где-то там еще пукаешь, значит это приветствует, пердеть можно. То есть тебе повар наварил жрачки, ты пернул после ее хорошо, значит повар слышит газы, ему трель на это, лебединое озеро наигрывает пердежом, он рад и все. Лом я нашла. Лом? Это как бы междусловие Лешина, да, как сказать. А зачем нам лом? Не знаю. Нам лом не нужен. Это вот мигает штука. Да это там что-то жарится. Люди там жарятся. Знаешь, на что это похоже? Это помнишь этот, мы смотрели? «Унесенные призраками». Котельная. Там была. Помню. Вот, это похоже немножко на этот мультик. Да. Да? Согласись? И-е-е. Там пойдем. Еще такие шарики черные бегали. Пойдем. Пагема. Да, там. Какие шарики? А, да, шарики черные, да, волосатые. Такие... Носили уголь. Носили угольки. Ой, а вот ну сюда. За работу, малявки! Да. Ой, уханем еще раз, уханем. И в ухо пукнем. Что это такое? Сушка у нас, сушка людей. Что такое? Я сразу полезла на лесенку. А я не понял, что это лестница вообще. Кто-то закричал, я сразу забралась наверх. Перепрыгну, что ли? Нет. Я не понимаю, что здесь делать. Куда идти, зачем идти. Здесь ничего не открыть. Зачем нам этот лом дали? Ох ты, ёп, смотри, место даже не заметишь, да, смотри. Ух, спрятали-то, а разработчик хитрый, нашли мы твою шараду. Шарага. Давай сюда попробуем сходить. Жесть, а почему никого нет? Никого не убиваем. Куда мы вообще идем?
А мы... где у нас сохранение? Мы искали Элли. Так я ей говорю, сохранения нет. Мы искали Элли, потом нам позвонил Уиллер. Уиллер, я еще не совсем поняла, кто это был. Это, походу, это шериф был или не он. Играем еще пока, до сохранения пока не дойдет. Ну, чтобы все видеть надо. Вот, давайте идем дальше. Идем дальше. Это что за рычаг? Ты же сам спрашиваешь, зачем мы идем, если тебе надо объяснить, я могу объяснить. Чё это за хер? Останови Веню. Веню остановили. Этот Уиллер сказал нам, что надо нам объединиться и сказал, что давай у Фитча встретимся. Мы этого Фитча увидели, потом нашли эту куклу. У него закружилась голова, и мы оказались в этом мире. А где Фитч-то сам? Фитч? Убежал куда-то. Ой, опять мудозвон. И что-то опять... Блин, я думала, это монстр, представляешь? Он просто... Да, он просто сидит, рисует рисунки, как только видит его брата, сразу бегает. Понятно. Очередное... Как бы сказать... Искусство. Кто-то орёт там все. Что-то скрипит. Только значит, туда. Что? Он один не работает. Угу. Это хорошо, что они так сделали, что ты не выбираешь, куда идти. Ой, все, я понимаю, что делать нам. Нужно доставать ножичек и резать шкуру. Это собачья шкура, кстати. Мы же собаку убили, а потом там резко, когда мы убегаем, они оставляются мертвые. Их сразу сюда шкуру используют, видишь? А потом режем. Ох, вот так. Все, пролазим. Жуки! Да жесть, жуки нахрен. Иди нахрен, опять жук вперед. Уже прилепился. Да иди ты нахрен, гад, а. Останавливаем. Я там рычажок видел. Похоже, что замок сломан, я не могу открыть дверь. А вот вентилятор мы можем остановить. Смотри, два сразу остановилось. Класс. Этот и один в полу. Вот и этот. Туда спуститься можно. Да, и мы теперь туда можем спуститься. Ну, давай туда спустимся. Где мы оказались? В аду. Похоже, что это то самое место. Да? Откуда мы и шли, да. Вот, три вентилятора. Но мы сначала в тот сходили, который не работал. Теперь он работает, а два вот этих не работают. Значит, мы где-то здесь можем спуститься. Прыгай, Жошуа. Алексениумский. Жошуа Алексениумский. Ой-ой-ой. Что это такое у нас тут? Загадка с вентиляторами? Подтянуть. Ой, сюда, пойдем, сейчас схожу. Нихрена. Похоже, замок сломан. Да у тебя все сломано. Здесь у нас ничего не работает, только последний. И здесь у нас работает... Ой, неужели эти загадки? Ой, можно заснуть теперь, все, можно спать. Все, будем, сейчас будем гадать. Так, где мои очки? Очки, одену карандашик, сейчас будем гадать. Так, все. Троечка, что за... А зачем троечка? Так, третий номер вентилятора, так, это что такое? Что такое? Это что такое? Это сломано вообще, так, Три, четыре, давай тут что-то, 4, 5, и что же здесь делать опять? Будем думать. Ага, это у нас не выключается. С
Свалю-ка я отсюда на время. Только бороду мне на пальцы не клади. Сложился такой. Так, взять сыворотку. Смотри, не зря сюда сходил. О, класс! Так, первый у нас крутится. Значит, что-то здесь надо сделать, чтобы у нас не крутились. Вот, я так полагаю, те, наверное, все-таки вентили. Давайте сходим, посмотрим, что здесь. Пятый крутится и шестой крутится. И там, судя по рычагу, они оба крутились. Штаты пациентов этой больницы имеют право работать и получать уход в безопасной и благотворительной среде. Запиши. Каждый пациент имеет безопасность. Подтянуть, жесть. Кто любит что-нибудь подтянуть, оттянуть? Только Алекс. Хорошо, закрутился четвертый. Пятый остановился. Если мы нажмем этот, то у нас шестой останавливается, а пятый начинает крутиться. И что из этого выйдить? Мне спать опять пора. Когда я сплю, я легче разгадываю загадки, так что надо вот сейчас подумать. Сейчас хочу попробовать, может там перелезть можно как-то? Нет, здесь он не перелезет. Я думала, может быть, он так как-то перелезет. А здесь вот. И здесь не хочет перелезать. Не, значит, это не так. Значит, их надо как-то останавливать. Так, ну как мои думы? Думает. Как человека высосать все последние деньги. Давайте подумаем мы. Вот этот парень, этот сломанный, он ни на что не действует. Это вот точно. Вот, вот тогда. Отремонтировать не получилось. Нет, может быть, можно было вставить. А нет, все-таки тик. Нет, не сделали нам такую возможность в этой игре. Так, ну что нам. Что нам здесь делать? Шестой не работает, пятый работает. Крути. Шестой не работает, пятый работает. Потом здесь четвертый, пятый, они оба работают. Если они горят, они, значит, работают. Так. Четверг, жбан. Третий. Мы, получается, отключаем четвертый, включили третий, да? А третий у нас заработал. Теперь нам надо отключить пятый. И включи шестой, шестой. Нет, шестой нам не надо было включать. А шестой включится, гад! Нам надо наоборот их отключить. Здесь вообще ни один не работает. Давай-ка я сюда пролезу. Попробуем посмотреть. Да, вот этот один работает. Труба нахрен. Туда не пройти. И муха не пролетит. Жесть, и сохранение не даю. Что мы играем? Просто сейчас поймем, что здесь делать. Надо понять, что здесь делать. 4-5. Здесь 5-6 идет. Отключаем шиху. Отключаем ее. Отключаем, пятый включается. А, как бы сигнал переходит, понимаешь, да? Сигнал, он как бы переходит из одного в другой. Нам надо эти сигналы как-то на ту сторону перекинуть. Сейчас попробуем. Пятый включен, четвертый отключен. Так, мы отключаем пятый, включается четвертый. Да, теперь осталось отключить четвертый. Ух ты, четыре. Вот здесь я отключаю. Так, третий и четвертый они включены. Но они не отключатся у нас одновременно.
Потому а что надо, чтобы нет? Одна была отключена, другая включена. Давайте тогда попробуем третий отключить, второй включить, да? Третий отключаем. Второй включился. Мне кажется, что-то получится. Так, теперь у нас четвертый только работает. Мы этот сигнал на тройку переводим. Ух, ну все, пан голова, пани голова. Че, все что? Идем нахрен отсюда, скорее ищем сохранение. Все. Пошли, ой, зашибись. Прошли мы эту загадку, справились. Куда мы идем? Идем вот сюда. Ой, как же здесь жарко, наверное, ёбку. Ой, где наше здесь сохранение? Вернуться не надо. Куда здесь? Что и... О! О, мы тебя так долго ждали. Ох, и мы дождались. Шкура. Наконец-то. Ну что тогда, все. Заветное сохранение. Ну все, давайте тогда. Серия очень длинная получилась. Прям очень длинная. Хорзин Спидрович, выпить. Сейчас мы подсохранимся. Да выпить, выпить. Воды. Канализация. Сюда сохраним. Адский спуск. Все, называется тогда, уровень. Тогда все. Уже уровень почти прошли, этот пока сохранение дождались. Тогда здесь мы закончим нашу серию. Подписывайтесь. Подожди. Чего подожди? Сейчас я. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк, всем дружим, пока, с новым рождением. Пока.